Лапша с сочным бульоном. Перец маринованный. Чай. Вообще просто шикарный. Дяднюрик решил готовить лапшу неострую, да? Из какого бульона? Конного? Конного. Конский бульон. Здесь у нас конина отваривается. Бараньи ребра отваривают. Бараньи ребра. Из конины будем делать бульон для лапши. Это ученик дяди Нурика. Это Алмат. Это плита. Какую новость? Это тесто для лапши, да? Со среды. Так что? Дмасима! Есть повод. Гуляем, говорит. Все, вот. Лапша готова. Алмат делал лапшу. Не женаты. Обращаться. Палочками для вас. Вот он бульон, будем из него делать. Дядя Нурик, как называется лапша? По-домашнему? Моя лапша. Там все замерзшее. Это от конины, да? Морковка, лук. Или 70. Ну просто перец. Просто с перцем все просто. Да, да, положи, положи. Короче, бульон из конины, да? Репчатый лук, помидоры, морковь и мясо. Ты не хочешь или не будешь? Ha 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 ha!
Хочешь и будешь? Не хочешь или не будешь? Это что это, блядь? Белый перец. Белый перец. С черным перцем, да, шикарно будет, да? Или с белым перцем? Белый перец положил. Это ученик шеф-повара. Он вам яйца мешает, да? Да, он мне яйца мешает. Это вещь. Вкусно, наверное, да? Тема. Это замаринованный дядь Нурика перец. Сейчас его тоже будем. Лапша с сочным бульоном. Перец маринованный. Чай. Вообще просто шикарный. Чай, который сделал наш оператор. Тема, да?